этого рецепта нам понадобится 150 грамм муки или 6 столовых ложек, 3 яйца, 1 ложка сметаны, 150 грамм сахара, ваниль для яблочек, клюква, разрыхлитель теста и корица. Приступим. Сначала взбиваем 3 яйца. Добавляем постепенно сахар, соль. Также взбиваем до пышности белого цвета. Вот такое жидкое оно должно получиться. В муку добавляем 10 грамм разрыхлителя и перемешиваем. Кладем 1 столовую ложку сметаны. С уборочкой можно. Перемешиваем лопаткой снизу вверх. Оставляем тесто на 15 минут. В это время мы готовим, пока тесто отдыхает, яблоки к карамелизации. Режем на дольки. Берем 30 грамм сливочного масла, растапливаем на сковороде и добавляем эти яблоки на сковороду. И поджариваем до золотистого цвета. Посыпаем сахарной пудрой 100 грамм и осторожно перемешиваем лопаточкой до растворения пудры. Накрываем крышкой, чтобы немножко пропаять, минут 10-15. Даем остыть и начинаем подготовку к выпечке. Первый слой – карамельные яблоки. Смазывать не нужно форму, потому что они в сливочном масле жарились. Второй слой – выливаем тесто. Оно льется очень хорошо и прекрасно распределяется по этим яблочкам. Разравнивать ложкой не нужно. Вот оно равномерно распределилось. Лопаткой не выравнивать, оно само хорошо растекается. Украшаем вверх яблоками, дольками и клюквой на усмотрение. Ставим в духовку на 180 градусов на 35 минут. 30 минут хватило, пирог готов. Сейчас мы его разрежем, посмотрим, как он будет у нас в разрезе смотреться. Вот такой красивый. Разрезаем на дольки и смотрим, как он выпекся в духовке. Вот такой красивый, ароматный. Яблочки, клюква хорошо распределились по тесту. Выглядит очень хорошо. Такой вот пышный, мягкий. Очень даже красивый получился. Да, и вкуснота. Он пышный, такой, как видите, вот он весь дышит. Прям клюква наверху придает кислинку. Очень вкусно, очень. Попробуйте, не пожалеете. Этот пирог не менее вкусный, на кефире с яблоками и с клюквой. Очень даже пышный и румяный. Thank you.
готов. Как видите, вот выпекся он прекрасно, формочки принял вот такой вид. Клюква, здесь яблочки очень хорошо будет сочетаться. Ну и, конечно, мы сейчас разрежем и посмотрим. Компот, сваренный с клюквы и яблочек, будет дополнение к нашим пирогам.